Привет, меня зовут Андрей Гордеев, я иллюстратор и йога-тренер. Я решил объединить эти два своих любимых занятия и создал проект, который называется «Зеленая шапочка». Это приложение «Интерактивная сказка» для всех, кто любит дружбу, йогу и здоровый образ жизни. Детям не сильно полезны всякие стрелялки и зомби, а такие истории, как «Зеленая шапочка», они сделают ваших детей более спокойными, веселыми. И если вы сами любите йогу, я думаю, что вам будет приятно с ними об этом поговорить или вместе позаниматься. From simple and kind idea behind the story, our interactive book is born, which recently has received the iPad of the Year award in Russia. And in order for more people around the world to meet our creation, we have translated and voiced the hood in 9 new languages and added support for iPhone. Я очень надеюсь, что с помощью приложения «Зеленая шапочка» тема вегетарианства, здорового образа жизни и йоги станет более доступной для большинства людей.